be your end. Your soul will burn in hell forever. Так, ладно. Все, продолжаем. Немножко как уж подумал и посмотрел там некоторые видео просто. Да, в общем, постоянно не попасть, потому что нужно как раз что-то видимо сделать, чтобы открыть эту дверь. Тогда почему подумаем, сейчас посмотрим, куда можно еще попасть будет на этом лифте. Оказывается, оно все-таки возможно. А, да, вверх поднимайся. Можно вещи вверх его понять, опустить можно спокойно. Прикольно такой лифт сделать, очень удобно. Так, значит, там, куда уже правиться? Погрузка, обработка. Так, нет. Просто пока пройдемся. По-моему, где-то, в общем-то, был у нас путь наверх, если не ошибаюсь. По-моему, где-то здесь вот. А, вот он. Нам, кажется, туда, наверное, туда, наверх, нужно попасть будет. А, так и есть, смотри-ка. Так, повернись-ка. Вот, отлично. Потому что внизу мы в секунду так облазили, по-моему, все были закрыты. Сейчас, наверное, не откроется, мне кажется. О, нормально. Кто ходит? Привет. А это что еще за? Ну, кажется, я понял, в общем, догадался, куда нужно идти. Слава богу. Привет. Отлично. Так, давай-ка. Полезай. Готов, дружочек. Так, пока думал, тратить этот, в общем-то, пулемет этот, точнее, не будем. Так, что с пулеметом? Патронов вообще нету. Хотя, может быть, бензопилу попользоваться так туда. Думаю, да? Ты согласен, да? А, это, Дима, кажется, наверное, тот лифт, который внизу не работал. И чё? Мы ещё уж оказались. Здесь ничего нету, кроме патронов дробовику. Так, лифт. А, вызов. Ну, лифт кого-то, вот он, лифт. Мне кажется, это вовремя туда вообще спускаемся вниз, куда мы... где мы уже были. Так что, наверное, сейчас не получится ничего сделать. Нам нужно как раз наверх идти вот туда, в ту сторону. Сходите тогда вот так. Ой, что-то не то сделал. Вот так будет. Нормально. Так, кто еще хочет получить? С бензопилой, в общем-то. Раздружиться. Нормально. О, патроны вообще. Погоди, я вернулся ли обратно? Или я уже в другом месте? О, привет. Нормально. Так, а по-моему, скотчик был путь. Или там ничего не было? Отлично. Зря сунулся. У меня без пола тоже вообще-то есть. Так, Зимена, вот она. Такой стоит прямо, дождь ждет меня, стоит. Погоди, я понял что-то. Ой, красный антисложный лифт. Задание выполнено, отлично. Мы нашли это место. Ходящие данные какие-то.
А, вот как раз зона, в общем-то, наверное, как раз то место, вот как раз то место будет открыто, точно. Вот как раз тут та дверь. Какая-то она еще немножко покореженная выглядит. Ремонтный выход. Ага. Все. Пора думать себя сюда убираться. Так-то. Пора. Все. Хоть скажу-ка я туда еще, где откуда появился тот, в общем-то, Пинки. Проверка этого места. Что-то живучку я. Все. Так, где у нас бензопила? На всякий случай берем ее. О, аптечка, хотя мне это нафиг не нужно. Что-то мы не вовремя. 50 инъекций все осталось. Что-то тут этим пользоваться до нас. Ну, дарлит, конечно, не работает. Ну ладно, что ж. Идем, видимо, теперь уже вниз перед спускаться. Возвращаемся к нашему, в общем-то, эту лифту. Так, думаю, здесь все сделали уже. Так. Отлично. Опускаемся. Так, поехали, в общем-то, к... А, к пункту выходу. Так будет, конечно, быстрее будет. Ну да, автоматически. Все. О. Приехали. Сканись в этом месте. Что-то здесь точно будет. Сканемся еще раз, на всякий случай. Какого? А это что еще за? Хм, странно какой-то. Черепок. Не нравится мне? Ну ладно. Сканимся. А, че перезаписывать-то? Ну ладно. Ну что ж, берем туда. Только перед тем, как думать сначала. Осмотрим всю локацию. Что-то не знаю, вот это какой-то артефакт, по-моему, без берсерк, как это называется-то. Что-то там ничего не написано какое-то. Ничего не понятно, что такое. Смотри, куда. Закончилось действие его. А, матрика, видимо, так и есть. Это наркоз тот бисер, который, благодаря которому, как оказывается, наш главный герой, в общем-то, может убить любого врага с одного удара. Даже жим кулака, если. Кажется, показалось это. И здоровье даже не уменьшается. Нисколько. Такое бессмертие нам дается небольшое. Не знаю, был ли это в доме первым, конечно, я точно не помню. Возможно, было. Херачи, так, во. Получай, дружечек. Так, пойдем на свежий воздух, туда подышим немножко. Дальний выровнен, отлично. Фу, начнем. Все лохом. Так, наш тема. Наши старые друзья поехали. Получай. Ну да, бензопила, конечно, можно вообще всех убить. Так, все, бежим быстрее, у нас все заканчивается. Так, они туда уехали. Бал у нас вот есть. Так, если чего нет, то мне вообще, наверное, не стоит. Хотя эти птичка-то есть. У меня, по-моему, птичка все нормально, здоровье-то. Ладно, идем. Дальше. Все, снова заходим дальше. Так,
А, покинуть транспортный узел, центр связи, место назначения. Отлично, все. Видимо, подаем новую локацию. Центр связи. Центральная башня связи. Башня связи, основной канал связи планеты Солнечной системы. Передатчики настроены на непосредственную связь с штаб-квартирой USC на Земле, а связь с дальним космосом осуществляется через станцию. Не успел даже писать. Так, ну все. Солдат, ты уже добрался до центра связи. Надо немедленно передать флоту сигнал. Берегись Свона и Кэмпбелла. Этим шишкам из корпорации плевать, что будет с нами. Давай, шевелись. О. Так, какой-то диван. Секретик у нас. Да. Где ты? Привет, дружочек. И прощай. Прикольненько, что бензопила очень нравится. Так, лестница есть, спуск вниз есть у нас. Так, что у нас здесь точно есть? Ну, так это не какие-то атаки, в общем-то. А, понятно. Здесь брони только, оказывается, только было. Шаптичка, по-моему, где-то у нас осталась. Часы повернуть к казани. А, вот. Вовремя. Да, бензопила, конечно, круть. В общем, самое, наверное, любимое оружие, наверное, мне кажется, в этой игре будет мне. По-моему, конечно, она была, по-моему, еще оружием ее в Doom 1, если не ошибаюсь, так что... Не новинка. Броня, конечно, у меня максимум. Так, ну, это, видимо, приехали на этом грузовичке, что ли? Неплохо, конечно, мне бы такой грузовичок. Чё за? Мне как показалось. Что ли? Так, ну ладно, идем. Какого хрена? Отлично. Блин, да, не закрывайся. Так, это ремонтная зона, гараж. Куда он, на связи, по-моему, нужно ехать на третий уровень. Мне кажется, это гараж. Ремонтная зона возьму у нас пока что не нужно. А вот и сволочи. Готов, дружочек. Так, аптечка есть, отлично. Идем дальше, что-то. Вот скотина. Напугать они кишнихилы могут. Шандумилу ваша цель. Перепады напряжения в главной системе связи 48.8.6. Подключается резервная система. Так, это они наши недружественные враги. Все. А, открываем, в общем-то, сейчас. Основная система связи вышла из строя. Взорвать резервную систему не удалось. Ах ты сволочь-то. Да. Так вот. Фу, просто зажаль просто. Вот так можно сделать. Сначала этих двумя разобраться, потом уже с тем. Хотя с тем еще можно без пилы, в общем, просто распилить и все. Прикольное оружие все-таки. Так, патрон подбираем. Пригодится все это. Так, ну это, кстати, у нас, в общем-то, это место.
А вот и они, наши друзья. Перегрузка систем связи. Чего сделали-то? Канал связи отключен. Отлично. Какой хрен вообще? Да. Он под щитом, что ли, был? Какого хрена вообще? Да. Он под щитом был. Один, в общем-то, из них. Так, а вниз спуститься могу, интереснее? Потом вернувшись, то там, кажется, что-то есть это. Хотя, наверное, смогу. Что спичка может здесь? Что, конечно, маловредно. Ну да, патроны хотя бы. К автомату. Из него, в общем-то, ничего не видно. Что здесь еще происходит? Так, вот еще что-то есть. Да. Да, те отлично, в общем-то, отрубили нам связь. Теперь придется, видимо. Хотя щитом было, офигеть. Отлично просто, как вот мне это нравится. Так, а что на здесь-то броня? Печки нету. Ну да. Придется без аптечки. Разбираться. Так, пацаны, берем пацаны это все-таки. Технический корпус. Так, нам пока не нужно туда. Ну, отлично. Добраться до главной рубки. Все разбомбили. Эти два. Да. Так, видимо, и туда отправились, но зона закрыта извне, да. Они закрылись. Чтоб потом их, в общем-то, не догнали. Эти двоечки, которые с нами прибыли. Солдат, компьютеры Дельты показывают, что все передатчики дальней связи в башне отключены. Найди другой способ отослать это сообщение. Доберись до управления спутниковой связью и отошли сигнал вручную. На чертежах видно, что самый короткий путь через технический корпус. Не подведи меня, сынок. Лизари, флот. Так, а пока что-то... Шеймус Блейк. Почитаем. Так, что там у него есть? Замена модуля. Так, ну пароль, конечно, точно уже никаких не будет, потому что, наверное... Мне кажется, уже что-то подавно уже яичек никаких не встречалось. Ряд что-нибудь такое будет. Да и двери тоже. Послушаем, что ли. Инженер Шеймус Блейк. 16 октября 2145 года. Хотя новые процедуры дистанционной замены модуля требуют от персонала некоторого времени на освоение, в конечном счете это гораздо более безопасный, быстрый и простой метод. Как только техник получает сообщение о неисправности, он просто выясняет, какой модуль нужно заменить, и подает команду на замену модуля через терминал дистанционного управления. Автоматически запускается процедура замены модуля. От ремонтника поступает уведомление, что такой-то модуль требует починки. Мелкий ремонт может выполняться на месте с помощью стандартного оборудования. Надеюсь, что когда мы найдем и ликвидируем источник недавних перепадов напряжения, новая процедура будет использоваться в серии. С большинством остальных неполадок система способна справляться автоматически. Да. Ладно. Так, что у нас там? Невозможно передать сообщение. Нет данных. Придется разбираться, да. Так, как сказал учитель, да. К этому. Тот-то. Кто с ним связывается-то? Его командир-то. Наш клан герой. Что придется разбираться по-другому, передать, в общем-то, связь. Пройдящим через какой-то... Понятно. Что нас ожидает дальше? Ну да. Промышленная зона. Какого? Он с щитом? Он, блин, с щитом. Он был с щитом. Снова. Теперь да. Они более крепкие. Ты что делаешь, блин, придурок? Получи это все. За это. Зараза. Какого хрена? Ну отлично.
Зараза. Что-то они попёрли уже пугать. Вы выпрыгиваете из нее откуда? Ёпрсты. Началось это. Потом дробику вещи полно. Этому мало. Ой. Какого хрена вообще? Полетай, дружочек. Хорошие эти полеты. Ну привет им. Долетался. Какого хрена вообще? Еще появился. Даже пофиг на вас, на боже на вас. Так, высотовый. Лифт. Потом как дому хватит. Ах ты, скотина! Ох ты, блин, пошел нафиг. Так, аптечка, отлично. Все, лифт. А это... Что за... Так, пора... Потрогай шахтомат мне. Как там, пистолет уже. Очень много. Прощай. Ой, да уж. Привет. Скотина. Спрятался. Вот засранец. Отличный имп. Так, позамен берем. Прощай. Привет, это привет все. Только так. Хотим же бензопилата есть что-то. Че я не дрочу-то? Хотя конечно на десантников-то. Попробуй. Они тебя первыми порвут в клочья. Ой. Да хватит пугать-то. Что ж я... Издевайтесь, что ли? Какие-то звуки страшно сдавать. Так, аптечку вижу. Ну, отлично. Привет им. Получи. Привет. Красавчик. Лестницу кто-то скинул, хотя аптечка есть. Привет. Какого хрена вообще? Какого хрена? Вот сволочь. Ай.
Так, а что там спрятать? Да ничего. Может, и плохо, что... Ничего здесь нету. Так. Замет патрон вообще кончается. Вот так вот лучше. Хотя... Какого хрена вообще? Какого? Да. Что-то слишком вас многовато будет-то. Друзья. Парёте. С дробовика, в общем-то. Правда, чуть уже. Ёпрста. Эй, осторожней. Ай, да уж. Хуже некуда. Так, ладно. Пошли вперед. Поехали наверх. Получил. Отлично. Только что ни аптечки, ничего нету. 50 патронов. Много. Так, ладно. Пошли дальше. Кто-то еще поперся. Ёпрста. В чем-нибудь какую-нибудь аптечку не задайте. Ничего там нет, что ли, ничего кроме. Черт, аптечка. Да, КПК есть, но аптечка. А, вот есть аптечка. Хоть что-то. Такой-то ситуации. Так, КПК Бен Вульф. Смотрим. Стационарное использование полосы частот. У него какая-то реклама, что ли? Это ответ какой-то на службах. Уровня 2. Код шкаф на посту охраны. 246. Ну, девочек, встречался этот пост охраны-то. Там, по-моему, никакого шкафа даже не было. 246. Ну, вы такое запомните. Так, погоди, еще что-то. Прямо забыл послушать-то. Точное сообщение. Бен Вулф, офицер связи, 7 октября 2145 года. Недавно в резервном журнале соединений мы обнаружили записи о несанкционированных сеансах связи. Этот журнал обычно никем не проверяется. Но внезапная проверка вскрыла значительную активность. Мы проведем расследование, чтобы пролить свет на это темное дело. Особый интерес представляют сеансы D4560K9 и DE3288X9, которые никак не связаны ни с одной из систем базы. Буду докладывать о ходе расследования. Все. Так, чем там? Ну, патроны вообще полный коллег. Патроны все меньше и меньше встречается. Привет. Ну, че, без пилоток остается использовать. Ну отлично просто. Скотина.
Только так. С бензопилой очень парит сходить. Ёпш, это что такое? С таким количеством здоровья, конечно. Ну только так. О, хотя аптечка есть. Может, шкаф как раз этот. А, наверное, шкаф есть, пароль-то. Мне так кажется. Так. Основной источник вторжения, главный телепортационный портал Дельта. Только отошлешь сообщение, быстрее пробирайся в Дельту. Так, по-моему, какой пароль-то был-то? Сейчас посмотрим-ка. 2, 4, 6. По-моему, наверное, так есть. 2, 4. Ну да, так и есть. Парк очень борился там. Пара как раз этот. Пара этот, в общем-то. Ящик. Патрон. Да, патрон, конечно, полно. Некоторым видом оружия. Некоторые вообще по нулям. А, придется потратить бензопилу. Какая неплохая наработка, конечно. Она будет эффективнее с ней. Так, учить робота. Эффективнее с ней, в общем, а ей управлять этой бензопилой научиться. Так, ну что ж. Учить робота можно. Отлично. Сохраняемся там вместе. Два раза. Фу, ну что ж, начнем. Давай. Ух ты. Матрика. Круто. Конечно, не повезло этому, бедолаге. Марика, да, сколько там роботов-то? Если, конечно, можно было всех быть, не знаю, спустить, всех учить. Целую армию создать роботов, которые на твоей стороне воевали. Ничего. Молодец, малый. Давай, давай, справляйся. Нет, конечно, патронов вообще нету. Мне твоя помощь очень нужна. Давай, давай, вперед. Я за тобой, дружище, давай. Конечно, как я мне рад, интересно. Молодец. Давай, 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 давай. Молодец, я с тобой. Так, мне сюда не пролезть. Ладно, идем дальше. Иду, иду. Ой, 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 ой. Давай, давай, мочи его. Мочи, мочи. Фу, лучше патроны пока не тратить, пусть вверх разбирается. Он вообще там. Вообще в этом случае очень сильно нам поможет. Давай, 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 мочи, мочи. Ой-ой-ой-ой-ой. Защищай меня, защищай. Спасибо. Огромные эти. Ты просто мой спаситель. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какого хрена вообще ты? Блин, что с тобой делать-то? Так, робот, я с тобой иду, ладно. Не забыл, в общем-то, оставим всех случаев, чтобы... Скажи так, это... Не очень грамотно все это действовало-то. Давай, давай. Разбирайся. Молодец. Патроны ленда. А, для автомата или пулемет, для пулемета точно. Патроны. Что мы соберем патронов нормально? Будем готовы уже к следующей. Давай-ка. Отлично.
Молодец, вперед, робот, ворот, вперед, вперед. Я за тобой. Я за тобой. Фу. Какого хрена вообще? Так, аптечка. Патроны. Так, я с тобой, давай, давай. Я сейчас все посмотрю. А, все. Спасибо. Спасибо огромное. Спас. От многих проблем. Так, уровень 2. Ну чё? Вызывай. А, он еще не приехал, наверное. Так, ох, поехали. Куда вообще нужно-то? Управление связи, технический... А, ремонт, так. Наверное, управление связи, третий. Уровень. Солдат, системы наблюдения показывают, что Кэмпбелл и Свон все еще в твоей зоне. Отправь сообщение и не дай им тебе помешать. А что, пытаются меня убить? Это, в общем-то, наш лангер убить, что ли? Не будут, наверное, делать-то. Мы же не против них воюем. Так, Роб Финч. КПК нашли. Посмотрим, что там сообщение-то. Так, есть с кем сообщение? Аудиозаписи нет? Понятно. Все эти мертвы у нас, друзья. Чё-то мне не нравится. Это место. Управление связи. Ничего, задание выполнено, мы дошли. Но никого нету. Чё-то мне это не нравится место. Никого нету. Связь установлена вручную. Режим ожидания, связь с ней не простаивает. Ну что будем делать? Связываться? Солдат, вы слышите меня? Немедленно отойдите от консоли. Я запрещаю вызывать подкрепление. Мы не знаем, что за чертовщина тут творится. И пока не поймем, кризис останется внутренним делом корпорации. Отмените передачу. Связь со спутником установлена. Видимо, у нас таким образом дается выбор. Либо передать сообщение с орбитального флота, либо отменить. Хм. Ну, как бы он вообще утверждает, чтобы мы это не делали. И зачем туда? Ой, так, ну... Ну, всё-таки Келли, как будто, как там его зовут-то? Сержант, что ли, Келли, по-моему, говорил, чтобы, в общем-то... Наш командир, чтобы он отправил сообщение, так... Ну, как бы, всё-таки помощь-то нужна, как-то, да, может... Он не хочет здесь оставаться, в общем-то, в этой жопе, в общем-то. Да пофиг, передаем. Идиот! Если эти твари проберутся на корабли, кто знает, что будет дальше? Ты поставил под угрозу все население Земли. Я отправляюсь в Дельту, чтобы остановить их. Не путайся у меня под ногами. Сообщение передано. Молодец, солдат. Я уже получил ответ от флота. Подкрепление скоро прибудет. Я жду тебя в Дельте. Доберись сюда как можно быстрее. Ну и... Да ладно, в общем-то, игра без разницы. Добраться до монорельса, вернуться в вестибюль и отправиться на к станции монорельса. Ну что ж, все, правильно. Сигнал. Теперь можем... В общем-то, обратно возвращаться. Так, чем это с патроном, царюка, сейчас? Ну, как бы нормально все. Перезарядим-ка все. Ну, нет, хотя не так не очень нормально все. Патрон пока что не очень. Ну да. Уж по бензопилу попользуюсь лучше. Хотя, конечно, можно было не управлять сообщение так-то. Не знаю даже. Но помощь все-таки, думаю, нам с этим тварем точно пригодится. Так, ну все, поехали тогда. Куда нас нужно направляться-то? А, технический корпус, ремонтная зона. Чуть не помню. А, ремонтная зона-то. Ну, видимо, контролировать нужно так-то. Если монорельс нужно, то, видимо, нужно возвращаться в ту главную комнату. Наверное, мы туда, в общем, мы отправляемся. Откуда, в общем, можем потом открыть доступ к монорельсу.
И, наверное, мы закончим как раз прохождение этой игры. Привет. Привет. Сильно тут по мне, в общем-то, ударилась зараза такая. Вот сволочи. Так, аптечку вижу. Где там говнюк? Где там? Ага. Ого, нет, нафиг, нафиг. Отлично. Все, так будет, справимся. Как у хрена? Вот скотина. Так, берем бензопилу. Так, хотя бы здоровье установили, так-то мы, кажется, вернулись, в общем-то, в те комнаты, где мы уже были, да? Так, да, гараж. И никуда вообще нужно. По-моему, центр связи так-то нужно. Или куда вообще, точно не помню. Так, ждем лифт. Так, куда можно-то? Ну, к гаражу поехали. Как раз ближе, по-моему, к красной комнате. Если никого не будет. Да, птички. И заодно. Погоди, мне кажется, наверное, центр связи мне нужно. Сюда мне тогда обратно не нужно возвращаться-то. Ну да, эта комната не работает. Пройти обратно уже мы не сможем. Ну да, точно. Нам уже центр связи. Что-то я забыл про это. Как раз есть та комната, которая, в общем, ведет в центр связи. И потом плюс еще к вам этот монорельс. Да, точно. Надеюсь, там никого не будет. Привет. Прощай. И меня не забывай. Как говорится. Что за такое было? Отлично. Так, ладно. Возвращаемся в эту комнату. Открываем путь к монорельсу. Идем дальше. А, он открыт уже. Выход на рельсу. Я что, сразу, наверное, все одновременно открыл и центр связи, в общем-то, на рельсу, что ли? Так, открываем, ладно, идем. Мы снова попадаем очень много в локацию, покидаем центр связи, но место значения это стакада монорельса. У нас таки образовала локация. Стакада монорельса, транспортная система марсианской базы. Стакада монорельса проходит под главным, над главным очистным заводом, где отходы перерабатываются и полезные ресурсы. Ну что ж, как раз я думаю, это если мы закончим, пока что проходить игру Doom 3. Наверное, я записал где-то примерно 3 серии, мне так кажется. Да, и краска не отлично. Прибыть. Ну, в общем-то, пока мы думаем, закончим, мы увидимся, думаю, в следующей серии прохождения игры Doom 3. На это пока что все. С вами был Михаил, всем удачи. До скорой встречи и всем пока.